Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Владимир, и мы продолжаем проходить Европа Универсалис 4. Замин. Дополнение искусства войны. Так. И у нас идет сейчас война с тимуридами. Мы как раз вовремя на них напали. Они начали вестернизацию. И видите, у них тут куча восстаний внутри. Да и мы помогаем еще заодно. Ташкент мы взяли. Так. Сейчас посмотрим, куда можно пройти более безболезненно в Бухару. Вот думаю, когда мне пехоту бы поменять. Доступна новая пехота. Ну, как-то во время войны это не особо хотелось бы делать. Сколько там у нас... Противника 20-30-35 тысяч. Ну так не особо густо. Так, с самым есть уже повод. Тут пинджаб еще есть. Так, есть, взяли еще одну провинцию. Тут, в принципе, через Бухару можно пройти. Пойти. Что там претенденты захватили. В принципе, отбить. Яркент идет как раз в Хиву еще. Ну, идем пока сюда. Так. Когда они 29 ноября в Хиву придут, можно их будет подловить. Передумали. Ладно, пойдем сюда пока что. Ну, мы тут разобьем противника. Это не проблема. И полностью уничтожили их. Так, 3 дипломата свободно. Гуге. У меня на тебя повод есть. Можно еще сделать на рис. Так. 3 года. Есть, видно, даку. Да, да, пусть будет на даку. Смотрите, тут Великобритания, Испания и Португалия имеют уже поводы. На всю береговую линию. Не имеют повод. Прикольно. Так, дальше. На кого? На Бруней. На Буру, да? Давай, пусть будет на Буру. Так, и пока еще, наверное... Ну, на Эжень у меня есть претензии. Вроде бы. Давайте на всякий случай еще одну сделаем. Пусть будет. Тимуридам будем помогать. О, блин, не зачем вы на претендента напали. Копыта отбрасывать куда не надо. Так, рост стабильности. Отлично. Да и больше прибыли будет сейчас. Хм, смотри, 42% сразу так. Тут нету
никаких защитных зданий. Есть второй уровень крепости. Нормально. Наконец-то дипломатический вес растет. Я забыл перед началом войны там еще одного соперника выбрать. Ну, ладно, как есть. Так, тоже куча восстаний, националисты вон тут уже работают вовсю, перские националисты. Так, ну, тут претенденты, это ерунда. Вот националисты, вот это проблема. О, Пенджаб уже объявил тимуридам войну. Сейчас все, кому не лень. Наверное, может, у Пенджаба где-то... Да, вот смотрите, сколько у них претензий. Национальной провинции. Может, даже отберет. Так, давайте идем в Афганистан. Ух ты, денежка, конечно, капает просто отлично. Можно какую-то мануфактуру построить еще. Давай посмотрим, что тут у нас есть. Хлопок, сахар. 4,80, да, есть. Так, морская мануфактура. Тоже есть 4,80. 4,32. Вот, 4,86 даже есть. В одном месте. И тут хватает. Давайте морскую мануфактуру бахнем. Можно еще военную мануфактуру. Тут 8,20. Отлично. 8 вообще. Это где? Вот тут. Еще бы производство поднять. Это провинции, да? Вот так вот. Там железо, на железо цена поднялась там. И теперь... Хорошая денежка капает. Я вот так думаю, может, вот этот флот, который работает в Пекине, тут все равно 97%. Там кто, Корея немножко забирает. Наш вассал. Вот этот флот перекинуть из Пекина в... Вот сюда. Вот этот торговый узел. Хотя мы отсюда не перенаправляем, потому я думаю, может, и не надо пока. Да, дальше. Возможно, есть смысл. Вот тут как бы в этом торговом узле посылать через себя больше. Если дальше вот тут захватывать Бенгалию. Чтобы торговля шла именно. По нашим узлам максимально. Так, тут захватывает Пенджаб уже. Ну, пусть захватывает. Самарканд долго брали. Пойдем. А зачем так идти? Странно как-то.
Интересно, на что они будут согласны. Я бы хотел бы Яркент освободить еще. Можно и не освобождать, в принципе. Миссионера отправим. Немножко беспорядки. Куханор Сурин. Это где такое чудо находится? За такое название нужно сразу вешать. Так, давай иди сюда. Так, Алиса заключила с Дельным мир полное присоединение. Ага. Расширяется. Мне интересно, где у меня такое название? Какой-то, блин, Хухан, какой-то там. А, вот оно, блин. Бог ты мой. О, Виджи восстание. Уджиратские националисты. Это хорошо. Туземцы. Вырезать их всех. Под основанием. Так, и не мешало бы парочку сделать еще один флот, как бы. Военный. Хотя бы с десяток кораблей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот так. Пусть будет. Так, 55%, да, пока в данный момент стимулирование. Так, ну, Банджар стал самостоятельной колонией. Самостоятельной уже не колонией, а провинцией. Шотландцы сидят, воюют с инками. А ну, покажите мне инков. Они упали на их земли. Или наоборот, неважно. Валантия лезет туда, все. И война тут какая-то. А ну. Ух ты ж, смотрите. А нет. Нет, я думал, что воюет эти Франции и Литвы еще. Австрии. Нет, тут-то было. Какие еще есть? Ух ты ж, Персия выделилась. Табаристан выделился. Сейчас еще Каркуюну выделится. В Ираке фанатики сунниты работают. Да. Табаристан. Ух ты ж, какая армия у Табаристана. 41 тысяча. Откуда? На сколько? Три провинции и такая армия. Охренеть. Вот так вот вестерн временами заканчивается. Не для всех он хорошо проходит. Так. Ну, давай еще одну провинцию возьмем. Так, для профилактики. И по факту тимуридов у нас уже не будет как соперников. Виджа станет нашим соперником. Я думаю, одну армию можно уже перегонять туда, на границу с Курчином. Для начала мы Эжень скушаем, сделаем вассалом. А потом и Курчин скушаем. Скормим Эженю. К
каракум взяли. Тут варму тоже оттягиваем домой. Вот сюда. Побыстрее все захватывать. Тут надо будет сфабриковать опять претензии. У кого не здесь, блин, я... Какое у меня задание, кстати? Так, речуха. Отменим пока. Хотя нет, скоро я ее возьму. Хотя нет, отменим задание. Тимуриты предлагают, но нет. Так, мы куда отправим нашего колониста? Ну, давай пока... я думаю, наверное... Вот сюда отправим, тут где 7000. Так, тут еще колония делается. И тут мы сейчас... отвезем. Он как раз дипломаты возвращаются с дальнего плавания. Так, этих ребят. Ну-ка сейчас попробуем автоматически. Вот так вот. Да. Вот так. Транспортировку. Как-то ни разу ею не пользовался. Для интереса попробуем. Так, ну что, подписываем мир. Так, я, в принципе, забираю вот это все. А, я еще хотел Сибирь себе забрать, да? Ладно, сейчас возьмем еще Сибирь. Так, в принципе, подтягиваем наши силы назад, сюда. Далеко тоже идти. Так, сфабрикуем тоже претензию. Так. Тебя еще надо фабриковать и фабриковать. Это Тидоры, да? Да, я хочу Тидоры забрать себе. Один дипломат пусть будет свободный. Так. И, в принципе, можно поменять пехоту. Мушкетеров поставить. Сейчас нужно было в конце месяца. Ох ты ж, Сибирь как долго брали наемники. Теперь можно тимуритские реакционеры, да? И предлагать мир. Я хочу Сибирь себе забрать. У нас есть почти на все, что я забираю, претензии, да? Ну, на все. Кочко, кочко. Давайте. На это тоже есть претензия? Сверхосширение 64% будет, ну. Я не знал, что тут есть претензии. Так, ничего над провинцией не будем возвращать. Новые державы. Не надо на это тратить деньги. Точнее. Дипочки.
Так, унижение не надо, отказ от претензий. Ну, это уже чересчур. Я вот еще денег возьму у них. Так, что там? Неркент и Казань обидятся. 64%. Сейчас я еще внимательно посмотрю, что это за качкор. У нас была, оказывается, претензия. Какая-то я сделаю ее. Я не понимаю. Так, тут-то ясно. Ну ладно, сохраняемся на всякий случай. Так, что такое? Нам лок выключен. Да. Так. Так, есть немножко. Беспорядков, да? Сейчас я посмотрю. Камбоджийские, да? Тут автономия, видно. Да, я снижал автономию. Ну, может, немножко подниму когда-то. Ну, может, и не буду поднимать. Так. Ну, отправляем требования. Ведь же ничего не будем передавать. Так, бедствие, гражданская война. Почему? Ну, революция. Так, ну у нас в принципе растет. Вот блин. Называется, решил повоевать. Еще не обнулился счетчик. 33 месяца. Так, смотрю, 35 месяцев национализация занимает. Блин, сейчас бы легитимность поднять, какое-то бы событие. Так, соперника нового выберем. Только Португалия нам может быть соперником. Ну ладно. Португалия так Португалия. Так, беспорядки где? Ух ты ж. Какие тут... Так, надо автономию поднимать. Чтобы не было вот этих восстаний. О, тут золотая провинция, кстати. Так, поднимаем автономию. Чтобы избежать всяких неприятных последствий. Это бы ты забрал себе? Ну? Так, ну, Сибирь-то ясно. Так. Минские партикуляристы. Еще этих ребят не хватало мне. Так, нужно немножко армии распихать по территории. Это будет где-то восстание. Сюда где-то.
Да, надо ж так было нарваться. Блин, да, да что за тупизм? Я быстрее их загрузил на корабль и завез. Не тот флот отправился. Нормально. Откуда тут транспорт вообще? Видели тут этот транспорт? Поставить отсюда. Зараза. Не думаю, что там как бы прибыль подупала. Это ж торговый флот Ханчжоу. Блин, каждый месяц у нас будет подниматься. Отлично, колония понесла урон. Дурацкий брих. Не надо. Никого не оставлять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я не смогу. Сейчас месяц видите 85, да. Так. Легитимность низкая. Беспорядки. Очень серьезные. Ну, посмотрим. Будем надеяться, что какое-то событие выскочит на легитимность. Доход от пошлин, тут ничего такого нету. Не знаю даже. С этим сверхрасширением я, конечно, немножко попал в просак. Но с другой стороны, что делать? Ладно, посмотрим. Дальше буду я воевать с Эженем, вассалить его. И надеюсь, мне все-таки повезет и не будет гражданской войны. Выскочит какое-то событие. Может, не, и не выскочит. Потому что там сколько-то там, 30 с чем-то там месяцев, это 3 года, тут у меня максимум 13 месяцев. Так, о, не-не, пытаемся снизить напряженность, улучшим отношения. Так что так вот. Не знаю. Не хотелось бы гражданской войны. Но я не подниму легитимность, наверное. Так, технология какая дипломатическая. Доступна. Что нам тут дают? Торговое судно. Налет, эффективность торговли, торговая дистанция. Можно, в принципе, взять. У нас, в принципе, нормальный прирост по очкам. Можем даже взять вот на боевой дух армии. Получше товарища.
Вон офигенность торговли можно взять. А тут что есть? Эффективность миссионеров, снижение инфляции. Возьмем теху. Пусть будет. Он дальше скоро будет идеи на административную техгруппу. Так, а вы что тут стоите? Надо переходить. Ребята идут. Все кучкой так. Ладно. Я подготовлюсь тут. Будем надеяться на лучшее, что все-таки повезет мне. И гражданской войны не будет, но посмотрим. Все это вы увидите в следующей серии. А пока всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить пальцы вверх, если понравилось. И всем пока.